структурных подразделениях республиканского МВД и территориальных отделах подведены итоги деятельности за 9 месяцев. Отдельным службам и руководству некоторых отделов полиции приоритетные задачи на совещаниях поставил в Рио министр Махмуд Люстангелов. Госавтоинспекция Адыгеи особый упор в отчетном периоде сделан на профилактике аварийности и снижении тяжести последствий. Реализовано более 480 рейдовых и профмероприятий. Внимание также уделяется вопросам повышения качества и доступности оказания госуслуг. Здесь подразделениями МРЭО проведено более 40 тысяч регистрационных действий с транспортом. Выдано и подлежали обмену свыше 15 тысяч водительских удостоверений. Речь шла и о введении в эксплуатацию новых комплексов автоматической фиксации нарушений на дорогах, которые планируется запустить в работу. В Рио министра Махмуд Люстангелов потребовал от руководителей активизировать деятельность по профилактике управления транспортом нетрезвыми водителями. Указал на необходимость ведения соответствующей работы в туристическом кластере республики и обозначил ряд иных приоритетных задач. На совещании в Майкопском районе особое внимание уделено вопросам профилактики правонарушений и раскрытия преступлений, ведь распространенными продолжают оставаться кражи и телефонные мошенничества. Отдельно в Рио министра Махмуд Люстангелов обсудил с руководством вопрос охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в туристической зоне. Он отметил, что в этой работе не должно быть сбоев, поскольку комплексное обеспечение безопасности отдыхающих – одна из приоритетных задач полиции. Другой динамично развивающийся муниципалитет – это Токтамукайский район. Здесь обсуждались итоги работы по противодействию незаконному обороту наркотиков, состояние аварийности на дорогах и многое другое. Махмуд Люстангелов поставил руководству приоритетные задачи и обозначил направления, в ходе работы над которыми потребовал более глубоко и детально проанализировать ситуацию, принять конкретные меры и управленческие решения. По результатам выполнения всех своих указаний он поручил доложить. Второй этап конкурса «Народный участковый» завершен. В Адыгее победителем стал участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Майкопу старший лейтенант полиции Тимур Имангазиев. Наша съемочная группа встретилась с финалистом и подготовила о нем сюжет. Знакомьтесь, Тимур Имангазиев, 26 лет. На службу в органы внутренних дел пришел в 2013 году. Имеет высшее юридическое образование. В должности участкового с апреля 2018 года. За достигнутые успехи в службе неоднократно поощрялся руководством МВД по Республике Адыгея. Тимур считает, что при рассмотрении обращений граждан важно вникать в суть проблемы, ведь именно от этого зависит ее эффективное решение. В каждой ситуации подхожу индивидуально к проблеме и пытаюсь максимально помочь гражданам для решения их вопроса. В ближайшее время Тимур Имангазиев представит Адыгею в третьем финальном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый», который пройдет на федеральном уровне. Мы желаем ему удачи.